Долго думал, о чем сказать. Я не чувствую какую-то обязанность, что я должен обязательно о чем-то поговорить. Просто понимаю, что это время уходит. Влоги заканчиваются. И хочется оставить как-то побольше, наверное, мыслей под самый конец. Но я так и не нашел, про что мне рассказать. Как-то много уже было всего сказано за этот период, эти 3 года. Все говорим, говорим. Пора заканчивать. Внутри себя я понимаю, что для каждого из нас все только начинается. Но мы поняли главное. Мы всегда будем делать только то, что нам нравится. Только то, что нам действительно доставляет удовольствие. И это самое главное. Это самое главное. Увидимся.